Как план мог провалиться? Леди Баг должна была ошибиться. Теперь больше нет смысла продолжать. Возвращайтесь с Эдрианом домой. Отмени все. Теперь все это бесполезно. Дело в том, что... Леди Баг и правда допустила ошибку. Дядя. Я потеряла Эдриана, сэр. Его нет в поезде. Феликс? Сэр? Вот ты где. Прости, я вроде говорила, что мы должны встретиться. Встретиться? Ну, чтобы ты вернул его мне. Вернул? Что я должен вернуть? Ну, талисман собаки. Но ты мне ничего не давала? Конечно, давала. В поезде. В поезде? Феликс. Чего ты хочешь, Феликс? Я хочу настоящий талисман павлина. И ты сейчас мне его дашь. Я не знаю, о чем ты говоришь. Хочешь, чтобы я рассказал Эдриану про тайный код на картине? Тогда дай мне то, о чем я прошу, а взамен я предложу кое-что получше. Талисманы Леди Баг и Суперкота? Нет. Все остальные талисманы. И это. Оно мне больше не понадобится. Пока Леди Баг не перевоплотилась, мне достаточно сказать одно слово, и ее-йо-йо, волшебный портал к талисманам будет твоим. Решай скорее. Время идет. Я не уверен, что ты не используешь талисман павлина против нас. Если бы я хотел навредить тебе, дядя, то сделал бы это уже давным-давно. Дусу, я тебя отдаю. Апорт. Ты проиграла, Леди Баг! Наконец-то! Мячик! Собаки! Феликс! Ее у него! А это значит, и все талисманы! Наконец-то мое заветное желание исполнится! Леди Баг, успокойся! Думай, должен быть способ вернуть твое ее! Да! Может, если я перевоплощусь и... Давай, здесь ты в безопасности. Я ничего не знаю, я... А вдруг это ловушка? Вдруг Феликс, это ты? Ты хотела мне довериться? Так доверься сейчас. Перевоплощайся. Пожалуйста, скорей, Тики. Мы не можем позволить ему забрать все талисманы. Надеюсь, что-то еще осталось. Лежать. Барк, я тебе отдаю. Готово! Тики, давай! Нет, ничего не осталось! Леди Баг? Я проиграла! Хм.